А вы в курсе, что известный писатель Курт Воннегут так говорил об искусстве? Искусство – это не способ зарабатывать на жизнь, но очень человечный способ делать эту жизнь более переносимой. Когда вы занимаетесь искусством, неважно, хорошо это получается или плохо, душа ваша растет. Конец цитаты. Кстати, в том, что именно благодаря искусству растет душа, уверены участники сочинской студии творческих идей. О местных мастерах и мастерицах поговорим сегодня. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе», я Ольга Десятова. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Мне хотелось бы напомнить, что в Краснодарском крае действуют целевые программы, краевые целевые программы «Дети Кубани» и «Молодежь Кубани». И они в том числе направлены на творческое развитие молодежи, в том числе через духовно-нравственное развитие. Как в этом помогает сочинская студия творческих идей, мы сегодня спросим у ее руководителя Ирен Ильинковой. Ирен, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что согласились прийти. Ну и хотелось бы узнать, студия творческих идей, как она появилась? Насколько я знаю, сначала вы общались просто в интернете и на этой площадке обменивались какими-то идеями. Но это сегодня выросло в нечто большее. Ну, в 2010 году у нас было только трое друзей, которые в доме кофе уговорили хозяйку и сделали маленький столик. В это время я как раз-таки приехала из Москвы, и поэтому там это очень было популярно. А здесь, как всегда, была тишь да гладь. Мы сделали небольшую эту выставку и поняли, что это надо развивать. Так у нас появились новые члены. Мы через интернет приглашали в свою группу. И в основном выставки, которые мы проводили, это была пропаганда хендмейда. Чего мы только не наслушались. Но, тем не менее, интерес был. Мы проводили на улицах бесплатные мастер-классы для всех желающих. Очень много рассказывали о том, что такое хендмейд, как он помогает. Сейчас практически студия создала целую нишу, торговую нишу. Сейчас мастеров даже больше, чем нужно. Около 100 человек, если еще не больше. Приезжают также из других городов. То есть, в принципе, уже мы готовы на хендмейд-фестиваль. Единственное, очень бы хотелось бы четко понимать, если вы первый раз взялись что-то творить своими руками, это не значит, что вы создали шедевр. Его нужно сразу же нести в массы. Не всегда это бывает качественно. Поэтому студия творческих идей устроила просто жесткий отбор. Костяк студии – это всего 15 человек. А 15 человек, за качество работ которых лично я отвечаю. Они сделаны очень добросовестно. Вот в течение вот этих... Чем они занимаются, эти люди? В основном это люди работающие или домохозяйки. Это женщины молодые, от 25 до 35 лет. Те, кто по каким-то причинам, например, сидит дома с детьми, или работает посменно. Есть такие, которые работают каждый день. Для них это хобби, увлечение. На самом деле, я очень часто слышала от своих же мастериц, что я одержима. Когда я начинаю требовать и говорить, нет, у нас должно быть намного лучше, мы должны показать, как это здорово должно быть для всех окружающих, а я очень часто слышу от своих мастериц, что я просто одержима вот качеством, одержима подачей, одержима грамотной рекламой. И у нас есть, конечно, в студии есть, конечно, определенные условия. Не скажу, что все гладко, но тем не менее мы создали целую нишу. Я могу этим гордиться. Вполне. А вот эти 15 мастеров, в каких они направлениях движутся? Разные. Это мыловарение, это текстильная игрушка, это куклы, это ювелирные изделия, это изделия из проволоки, это текстильные изделия, полимерная глина. Я вам всего не перечислю. Лично я, как хобби, я как художник расписываю вещи. Мне это доставляет удовольствие. Маленькая картина на журнальнице, почему бы и нет? А как часто удается показать широкому кругу сочинцев, гостей курорта, свое творчество? Где и как можно вот увидеть? Площадки какие-то есть? Мы потратили 5 лет для того, чтобы стояли в парке Ривьера, стояли вот у дома, вернее, у ДК «Автомобилист». Это ДК
центрального района. Площадью Южного Мола. Да, площадью Южного Мола. Мы очень много по городу. Ну, давайте теперь поговорим о фолк-фестивале, который, мне кажется, с большим успехом прошел. В таком формате фестиваль провели впервые в музее Николая Островского. Что вы можете сказать, вот ваши впечатления о его проведении? Я хочу сказать спасибо большое музею Островского за то, что она нам предоставила помещение. Ну, я предлагаю, прежде чем говорить о фолк-фестивале равноденствия, который состоялся в Сочи 20 марта, давайте посмотрим сюжет об этом фестивале. Музей Островского в эту субботу превратился в танцевальный зал. Здесь звучала музыка славянских народов и народов Европы. Студия старинного танца подготовила целую программу. Поучаствовать мог каждый. Праздник подобного формата «Фолк-фестиваль» в Сочи состоялся впервые. Посвятили его весеннему равноденствию. 20 марта тогда прошел этнофестиваль. День и ночь становятся одинаковыми по продолжительности. Наступает астрономическая весна. Гостей фестиваля приобщить к древнему празднику решили путем знакомства с его традициями. Одна из них – это изготовление обрядовых кукол-веснянок и кукол-мартиничек. Делайте мартиничку, завязывайте на дерево, загадывайте одно единственное желание – 20 по 21 привязываете к дереву, желание исполняется. Студия творческих идей представила целую выставку. Мыло, украшения, духи, авторские открытки – все эти удивительные вещи сделаны руками сочинских мастеров. Гостей угощали сдобными жаворонками. Выпекать их тоже было одной из традиций славян. Славяне всегда пекли жаворонков. Это вот такая булочка с изюмом. Мы видим, как... Какой огромный интерес у людей вообще, не только к славянской культуре, но и к культуре народов мира. Поэтому я думаю, что этот фестиваль будет набирать вес и будет ежегодным. Пока на фолк-фестивале по большей части рассказывали о культуре славянских народов. Организаторы надеются уже в следующем этнопразднике задействовать и представителей других национальных общин курорта. Вот такой конгломерат танца и творчества, он оказался очень востребованным. Тем более к этнической культуре. И желательно было бы, чтобы это приобрело какой-то международный масштаб. Тем более у города Сочи есть такая возможность. Вообще мне бы хотелось сказать, что есть потребность у людей к восприятию именно народной культуры. Посмотрите, как много у нас здесь, много национальностей, и что мы о них знаем. Мы не знаем особенности кухни, мы не знаем особенности там, одежды, ручного труда. Это я, художник, который этим увлекается, я могу сказать, что да, вот в Армении есть определенные виды там, ткачества или бесподобная вышивка белая на белом. Но национальные общины почему-то это игнорируют. Почему? То есть вы хотели бы впоследствии привлекать как можно больше вот общин, не только чтобы Конечно. Русская община принимала участие? Это было бы участие. На день города, на день народного единства. Это было бы то, что действительно было бы интересно. В том числе и включая вот именно кухню. Я еще хочу раз подчеркнуть, что о русской кухне совсем забыли. Мы все время Кавказ. Да, мы живем на Кавказе, но тем не менее. Здесь было очень много русских поселенцев, славянских поселенцев. А куда делись наши... Да, блины только остались. А куда делись растягаи, куда делась кулебяка, куда делись пирожки. Мы практически лишились этого, вот этой части кухни. Ну, еще на фолк-фестивале большое внимание было уделено мастер-классам, и там было очень много детей, которые учились делать тех же кукол, веснянок или мартиничек. Да. Расскажите об этом. Вот, насколько это детям сегодня интересно? Это очень интересно. Вообще, любое ручное творчество, прикладное творчество для детей очень интересно. Это не только развивает моторику, это развивает воображение. У нас есть школа юного художника,
где у нас в основном учатся дети самих студийцев. И я специально и организовывала именно. Как давно она работает, школа? Значит, мы совсем молодые, с сентября месяца мы начали, да. Заложено это прежде всего развитие воображения и творческого начала. Учатся дети сами выражать себя. Это очень чувствуется. Они приходят после школы очень зажатые. Дома, из дома они тоже приходят зажатые. А там они раскрываются. Раскрываются и делают бесподобные работы. Мы участвовали с школой юного художника в благотворительной акции, посвященной животным. Это кубок Барбоса. Дети сами делали работы, мы их оформили, и они сами их продавали на аукционе. И те деньги, которые они заработали, они добровольно и добросовестно отнесли вот в эту копилочку. И вы не представляете, как это укрепляет их, что они вносят вклад. Ведь ребенок практически деньги получает только от взрослого. А здесь он сам заработал и сам отнес. И он знает, что он внес вклад. Это замечательно просто. И много детей вы сегодня обучаете? У нас 5 человек. Всего 5 человек. Ну, мы хотели бы, конечно, больше расширить. Только начало. Только начало, да. Я знаю, что есть еще летний лагерь, тоже художественный, который вы организовали. Как вот работает этот проект, когда он был запущен? У нас было все 4 дня в неделю мы занимались. С утра по 2,5 часа. И мы ходили на пленэр, мы говорили об истории искусств, мы рисовали с натуры. Это был именно очень творческий лагерь. Дети с большим удовольствием ходили, мы очень много рисовали, очень много познавали, у нас была определенная программа. Я помню, что на эту программу к нам попала девочка из Москвы, которая учится в профессиональной Краснопресненской художественной школе. И она сказала, что это самое лучшее, что вот было из художественных программ, где она была, ей очень понравилось. Основной упор мы делаем, конечно, на творческое развитие. Ребенок должен уметь выражать свои собственные мысли. А кто в роли преподавателя выступает? Я, и еще у нас есть один из наших студиец, тоже художник, Роман Михайлович Джердев. Ну, вы уже затронули тему благотворительности. Я знаю, что студия творческих идей активно участвует в этом направлении. Расскажите, пожалуйста, об участии в том числе в проекте «Лавка мира». Нам позвонили тоже из управления культуры, спросили, хотите ли вы участвовать. Ну, я у девочек спросила, у мастериц. Многие сказали, да, мы хотим участвовать. И мы поучаствовали в этой «Лавке мира». Я знаю точно, что две работы вот из тех, которые мы выполнили, поехали в Италию. Я долго отслеживала это и у себя, и в Фейсбуке, да, и в ВКонтакте размещала именно это. Мне очень нравится, что есть выход такой определенный за пределами, даже за пределы страны. Еще мы участвовали в благотворительных мероприятия, которые были посвящены детям интерната. В Бургас сделал для них такой выходные дни, суббота-воскресенье, они там находились. Мы ездили туда, давали им бесплатно мастер-класс для детей. Вообще вот тема благотворительности мы как-то не афишируем, но она присутствует постоянно. То есть это уже как нечто само собой разумеющееся. Поэтому особенно с плакатом не ходим и не говорим, вот мы сделали, нет. Благотворительность, она вообще немного любит тишину и доброту от сердца. Ну и подводя такой небольшой итог нашей беседе, хотелось бы узнать, как вам кажется, основные достижения за эти, получается, 6 лет существования студии, и какие сегодня проблемы существуют, и кто бы, может быть, помог вам их решить, как вам кажется? Вы знаете, помещение мы снимаем сами. Я, вернее, снимаю, я сама плачу из своих собственных денег. Для мастера очень важно, я вам раскрою даже секрет, что на начальном этапе вместе с моей подругой мы даже покупали у мастеров, они об этом не знают, у мастеров работы для того, чтобы укрепить их вот в своем желании что-то дальше делать. Ну, это основные достижения ваши?
Основные достижения: у нас есть очень крепкий костяк внутри, у нас есть определенная концепция. Я перешла как руководитель на другой формат. Теперь формат просто выставка, продажи меня не интересует. Хочется очень больше делать каких-то тематических мероприятий и большего масштаба, не только общегородского, но и краевого, и федерального значения. Для этого все есть. Для этого все есть. Единственное, если бы город пошел навстречу в дальнейшем, я надеюсь, вот у нас будет неделя русской культуры на коммерческой площадке. Мы готовимся к такому совместному проекту «Пасхальный кролик», посвященный Пасхе, куда я приглашаю художников, и там будет очень много тоже интересного, секретов всевозможных, и хендмейдеров. И посмотрим, как они вообще друг с другом соседствуют, и насколько это интересно, кто у кого может поучиться. И также я хочу, чтобы дети нашей студии сделали там небольшой перформанс именно на пасхальную тему. И надеюсь, что вот такая форма, которую я нашла, она приживется и будет дальше развиваться. Если честно сказать, то вот в смысле перформанса у меня был очень хороший учитель. Это Андрей Бартенев, с которым мы долго дружили и дружим до сих пор. И я хочу вам сказать, что когда смотришь на его работы и как он привлекает людей, и на его выставки, ты понимаешь, насколько благостная атмосфера вообще, сколько там добра, любви, света. Хочется добиться того же самого. Ну, несмотря на то, что в студии творческих идей костяк вот сформирован, все-таки вы наверняка находитесь в поиске творческих людей. Мы рады. Можете пригласить, пожалуйста, вот камера, если кто-то пожелает прийти, присоединиться к вашей студии. Пожалуйста, талантливые люди, приходите к нам в студию, пополняйте наши ряды. Мы всегда будем рады вам и всегда вас поддержим. И если вам нужна будет какая-то помощь, это в том числе и творческая помощь, мы рады будем вас поддержать. Ирен, спасибо большое, спасибо, что согласились прийти. Да. Я напомню, что гостем нашей студии сегодня была руководитель студии творческих идей города Сочи Ирен Ильинкова. Спасибо большое. Спасибо. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет город Сочи. В студии была Ольга Десятова. Всего доброго и до встречи в эфире. Занимайтесь творчеством. Спасибо.